Так, продолжаем прогулку. Белая волна. Так, это что у нас? Там телефон есть. Его, правда, не видно, он закрытый. 8-918-402-78-73. Вот такой. Отельчик. Заходим. Никого не вижу. Пообщаться не с кем. Где здесь должен бассейн быть? Вот так. Ну, хотя бы внешний вид покажу вам. Внутри отеля. Он пустой. Просушивают комнаты. Интересно, приемная. Съемка. Пока нас не выгнали. Ждем администратора. Тук-тук. Кто-нибудь живой есть? Ага, давайте. Скажите, пожалуйста, у вас... Здравствуйте. Стандартный номер сколько будет стоить? Что-что? Друзья спрашивают, стандартный номер сколько будет 1000 стоить? 1000 рублей.
1000 рублей. Да. Вот. Значит, очень хорошо, бюджетненько. Наградаска. А вот скажите, можно посмотреть стандарт? Пожалуйста. И наверху есть, и тут здесь открыто как раз. Что он из себя представляет, чтобы люди как бы уже представление имели. Как можно бюджетно, показывая в Дагомысе, пожить? Ну, начнем вот с коридора. Ага. Вот такой шифонерчик стоит. А это холодильник, да? Да. Его включат потом. Вот такой холодильник стоит. Так вот. Так, теперь ванна. Душик. Душик. Есть. Туалет. Есть. Все. Самое главное. Зеркало есть. Так. Раковина. И так, две кроваточки, да? Значит, это номер без балкона. Без балкона. Правильно, с да? Балконом они... С балконом они немножко будут подороже, наверное. Да, да, да. Да? Да? Вот. Телевизор, кондиционер, все. Все, у нас, телевизор, все есть. Кондиционер. Сейчас наведу резкость. А скажите, а вот там посмотреть можно? Конечно. В окно? Конечно. Что там у нас? Куда окно выходит? Так, я сейчас отодвину немножечко. Не разрешили. Ага. Вот так вот. Ну, так вот, будем говорить. Это вот за 1000 рублей. Есть еще дороже, да? Угу. Подороже по люксовые. Люксовые, да. Люксовые. Да. Немножко, да? Угу. Они на каком у вас этаже? На первом? Кухня у нас вот здесь рядом. Угу. Каждый даже свой кухню и отделы у нас столовые. На 100 человек, на втором этаже. Угу. Угу, такая вот кухонка. Здесь можно приготовить. Да, можешь здесь приготовить, поесть, все, и микроволновка есть, да, есть. Угу, печка, вот даже есть гриль, да? Да, да, да. Все, тарелочки, папеты, стаканы, все у нас. Угу. Вот даже этот, такие шкафчики есть. То есть кухонка как бы предусматривается. Да. Отлично, отлично. Все, кухня есть. Пошли дальше. У нас стиральная машина отдельно есть. Отдельно. Я сейчас вам покажу. Родилка во. Раз, два. Это гладильная. Гладильная. Тут стиральная машина постирает. Угу. Вот так. Здесь можно постирать. Стиральная машина. Ага. Вот так вот выглядит. Хорошо и посушить. Угу. Отличненько. А еще люксовый можно посмотреть? Люксовый включить у этого. А она уехала, у хозяйки. Нету. Да? Ну, хорошо, я в следующий раз приду. Посмотрите. Люксовый. Угу. Хозяйка уж уехала в Адлер. Ага. По делам. Ключи все у него. Поняла. Вот, люксовый, вот видите, ага. С балконами. С балконами. Все и есть. Сколько он стоит, скажите, на июнь месяц? На июнь? Июнь. О, июнь. Июнь, да. Июнь, июль, август. Ага. Там начинает вот с 2,5 до 5 день. Угу. Вот так вот. А вот в июне вот этот вы мне показывали. 2,5. 2,5. Стандартный все 2,5. Ага. Я имел в виду сегодняшний день. Поняла я вас. Вот мне сезон, он будет так дешево. Сезон так. Сезон 2,5. 2,5. А люксовый с 2,5 до 5,5. До 5 тысяч. Угу. Ну, люди у вас есть? Полно. Полно, да? То полно, есть полно. Уже знают вас. Угу. У нас постоянно из Башкирии и из Татарстана полно людей до 15 сентября. Вот так вот. Даже места нету. Хорошо. Можно бронировать. Я поняла, там телефон. Конечно. Стоит, да? Все, телефон. Может... есть, и там есть. Визитка хотите, я дам. Визитка, визитка, да. Хотите? Я да, дам. Давайте, давайте. Ага. Я еще. Хорошо. Визиточку пошел брать. Возьмем. Вдруг кому-то надо. Вот, значит, я хочу открыть новую рубрику, рассказать вам. Я буду снимать жилье бюджетно, как можно. Потом,
как можно прожить вообще очень дешево в Дагомысе.